Да. Фу, блядь, нихуя, последний момент, ебать. Я надеюсь, этот турик, сука, лазит, не умеет по лестнице. Ебать! Ой, блядь! Ой, дурики ебаные! Ебать! Ебать! Ёбаный урод! Ладно, убежал, хуй с ними. Так, что тут? Батареек нету? Нету вроде, бля. Ёбаная канализация, когда она закончится? Во, бля. Никого нету. Сохранение. Хуя там трупов. Блять, батарейки нету, пиздец хуёво. Нету батарейки. Давай толкнем. Все. Но этот не должен опасным быть. У тебя нет батарейки? Пошел туда нахуй. Я душа. Хоть бы тут батарейка была бы, блядь. Тоже нету. Блядь, это, наверное, выход, нахуй, пока сюда не пойду. Кто там, блядь, долбится? Да, поспорим. Батарейку зато спиздил. Ну что надо? Доберись до нижнего этажа мужского отделения. Дева. Выебал. А, сейчас этот долбоеб пойдет, так как про меня дверь там вынес. Я через ту дверь пройду, я понял. Ну-ка на картах смотрим. Блять, если меня в этом узком углу прижмет, не пизда будет. Аппарат. Эту хуйню придется отодвигать, блядь. Или нет? Ебать, а как это, блядь?
О, блядь. А что, получается, хуй? А, его только вперед, а назад хуй, да? Сука. А куда тогда идти, ебать? Ебаная. Нижний этаж мне нужно на дело найти. Может, люк где-то должен быть, не? Сука. Вот это нихуя не дает. Тут закрыто, блядь. Сука, блядь. А получается, эту хуйню надо отодвигать, блядь. По-любому. Тут же нету никакого люка, нихуя. А-а-а. Нормально, блядь. Мне кажется, я как в каком-то фильме ужасов, нахуй. Закрыто. Тоже закрыто. Батарейки нету, тогда нехуй тут. Что за место? О, батареечка. Документ. Что пишут? Отчет о состоянии пациента, составленный Риком Трагером. Этот пациент тоже не выжил. Тысячи извинений. Я старался как мог, но я же доктор, а не чудотворец. Да и доктор из меня тот еще, сказать честно. Ну так или эдак, кому-то надо срезать жир с этого злополучного Вальридера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли, но я ухитрился, сократил штат на 80 человек, что означает экономию на зарплате сегодня и на всяких страховках и пенсиях завтра. И я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать, человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. Ща. Так, батарейки нет, ну ладно, хоть одна была. Ебать. А, во. Дырка ебаная. Ну-ка. Ну-ка, пойдем. Быстрее, фраер! Ебать! Закрой нахуй! Давай, давай, давай! Ебать! Закрывай, закрывай нахуй! Ёбаные звери, блядь! Давай, давай, давай!
Пошли нахуй, блядь. Ебать. Куда дальше, блядь? Беги, Форест. Сосите хуй, уроды ебучие, дурики ебаные. Вот это я оперативно сработал. Чё, блядь, не всё? Ой, бля. Да когда ж вы, сука, отвалите? Ебать. Ебать, а куда бежать-то нахуй? Ебать. Блять, ебаный в рот, вот это я залошился, блять. Нихуя в натуре, а куда бежать-то было? Пидорасы, сука, ебучие. Ебать. Сука, блядь. Хуй блёта, ебать. А ты кто нахуй? Эй, ты the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Have a little confab, blah blah. Ты кто еще, блядь? Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Ты... Че за хуйня? Блядь, назад нельзя посмотреть. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. I'd better drive. All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then, right this way. Куда у меня везет этот пидорас, ебана? Ебать. Во нехороший человек, что-то какие-то у него паскудные мысли на уме, блядь. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know... I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now.
You have to rob Paul to take Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Что он сделал? Пальцы отхуярил? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Во, блядь, нихуя. Во, сука, блядь, нехороший человек. Да. Блять, теперь надо съебываться, да, от него. Так, какая мать, заберите до нижнего этажа мужского отделения до сих пор. Блять, закрыто она. Интересно. Nobody can find you. He'll kill you. He's coming now. Trigger! Trigger! Вот он. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ты он главные ворота мне открыл, сука. Закрыто, блин. Ключ. Ёбаный в рот, а? Чую, найдет он меня нахуй. Может, нет? Друг, ты это, блядь, пидор ебаный, ты знал об этом? Сука ебучая, блядь. Сука, где от него спрятаться, от пидораса, блядь?
Get out of here. Сука, блядь. А где ж ключ выебать? Ёбаный маньяк, блядь. Блядь, он под кровати заглядывает. Хуепутово ебучее. Да ты охуел, ты как тут появился? Дурик ебаный, сука. Ой, бля. Иди нахуй. Блять, а где ж ключ-то найти? Сука, посмотри, по кроватям смотрит, ебать. Урода ебаная. Куда этот жмых пошел? Нукся? Блять, и тут закрыто, нахуй. Сука. Интересно. Блять. Блять, а где же этот ключ может быть-то, ёбаный в рот? Где-то щелкает, сука, ножницы. Блядь, уже глазастый он, сука, видит все, блядь. Ёбаный Франкенштейн, блядь. Это чиркает, блядь, и вылазить боюсь, сука. Страшно. Блядь, где-то в той стороне, сука. А подождай, пока он патрульный хуйнет сюда вот. Сторону, я в ту пойду. О, блядь. А, это этот хуй.
Сука, вылез, пидор, ты пьяный, ладно. Блять, я даже не знаю, где могут быть эти ключи, они где угодно могут быть, нахуй. Это надо каждый угол осматривать. Ну это пиздец. Ща вылезу, он навстречу ко мне пойдет и заебись. Ну, в принципе, я могу от него вентиляционную шахту съебаться, попробовать успеть. Блять, можно рискнуть, похуй. Ёбаный пидор, блядь. Да иди ты нахуй! Давай, 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 давай. Блять, а где эти ключи найти-то, ёбаный? Сука, падла ебучая. Бля, по-любому, где он шароёбится, там ключи есть. Это сто пудов, нахуй. По-любому, нахуй. Куда ты пошел? Хоть одно радует, блин. Ну, съебаться можно вот сюда хотя бы. Ну сюда, сука. Да ты гнида ебучая! Ай-яй-яй! Быстрее! Быстрее, фрейрок, блядь! Сука, ты ебаная! Блядь, где ключи хоть найти? Или бегать от него постоянно эти ключи ебаные искать? Сука, я нихуя не понял, блядь. Ебать! Да ты, сука, пидор ебучий, блядь! Тут столько шкафчиков было, я не туда пошел, блядь! Как ты меня заебал, Жмышенко, Валерий Альбертович, блядь. Ай, блядь, больно. Уродец ты ебучий.
I need you to be working with me here, buddy. Не найдешь, сука, пошел нахуй. Иди нахуй отсюда, блядь. Я надеюсь, он не будет открывать все шкафчики, нахуй. Да мне, блядь, точно, блядь, стучится, нахуй. Конвульсия. Блядь, а где этот ключ ебаный найти, сука, в натуре, блядь? Сейчас сортиры будет обыскивать, да? Не? Ну что ты стоишь, молишься, толчку пизду куда-нибудь дальше шары. Но. Что-то, сука. Долго будешь стоять на одном месте, блядь. Пиздец, ну вообще, нахуй, как стопорный стал, и пиздец и стоит, нахуй. Вот тебе и доктор Айболер, ебаный, пиздец, дотошный, сука, посмотри, стоит и стоит, ебаный он. Я тоже подожду, мне торопиться некуда, нахуй. Кто кого переждет, это еще большой вопрос, нахуй. Он же должен когда-то съебаться-то, по идее, он же не будет стоять всю дорогу, нахуй. Чапай куда-нибудь. Вот сука, а. Заебет. Ладно, пока на паузу поставлю, когда этот хуй съебется, возобновлю, а дома что-то он уже стоит, ну. Блять, прошло минут 20, короче, это хуйло ебаное стоит, короче, никуда не уходит. Вот. Сейчас я наберу смелости, выскочу из ящика и побегу. Но не знаю куда. Может куда-то попаду. Блять. Готово, пацаны? Я да. Ну либо забагался, ебаный. Гнида ебаная. Эф. Короче, он походу забагался, блять, прикинь. Стоял и стоит, блять. Какую-то щель нашел. О, блядь, документ. Что пишут? А, от Дэвид Анапурна. Кому? ТТТ. Тема прошения о переводе. Всем, кто, кого это касается. Это третье прошение о переводе, которое я направлю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезные злоупотребления в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которых переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответа и на это письмо, то буду вынужден сложить с себя полномочия и, возможно, найти на связь с представителями прессы. Спасибо, что уделили мне внимание. Дэвид Анапурна. Ебать.
Во! Ебать! Дурик ебаный, на. Зашкирится. Блять, доктор покоя не дает. Ну, он заключил, заебись, кстати, нормально. Из сортира вышел без проблем. Сука, Геракл ебаный, блядь. Пидорасно. О, блядь, о, блядь. Нет, у меня там, да, побесись, побесись. Что он, сука, все кровати будет осматривать, пидоры ебаные? Да съебись ты уже куда-нибудь, нахуй. Блять, хоть что-то надо, хоть ключ нашел, ебучий. А вот это что за дверь, блять? Сейчас он туда пойдет. Ой, блять. Ой, блять. Ой, блядь. Иди сюда, хуйня ебаная. О, блядь. Ну, беги, сука, что ты остановился-то, ебаный олень, блядь. Что, ну не бежал-то у меня? Пидорас ебучий, сука. Урода ебаная. Куда хоть бежать-то, ебаный урод? Тут завалено нахуй. Охуенно, блядь. Иди ты нахуй. Я не знаю, куда идти, пацаны. Давай, блядь. Ну залезай, сука. Тварь ебучая, ну ты, сука, им раз, бля. Закрывай нахуй. Ща это хуйло дверь выломает, и я побегу нахуй. Туда! Потом туда, я не знаю, там окно, может через ту дверь можно выбраться, хуево, знаю. Я посмотрю. Тут хуй просы, что лифт хуй найдешь. Пошел нахуй. Где лифт ебаный нахуй? Сучий потрох, блядь. А, вот он, ебать. Все нахуй, уходим. Э, хуйло ебучее, ребят. Прощай. Нет!
Да выталкивай его нахуй отсюда. Все. А что, сохранения не будет? Я хотел выйти, но сегодня закончили сохранение. Ебать, хоть доктора захуярил. Ладно, что, пацаны, короче, на этом серию заканчиваем. Всем пока, увидимся завтра.